Сегодня я купил Амоксил К1000. Другая марка Артериум. 14 таблеток содержит амоксициллин и клавулановой кислоты. 875 грамм, миллиграмм и 125 грамм, миллиграмм соответственно. Так, это антибиотик широкого спектра действия. Сделано в Украине. Сделали так, что по одной таблетке не хватает, да? Мы сделали бы 16, да? А не 14 таблеток. Так. Ну, что, инструкция здесь серьезная. Читать мы ее не будем. Все. Читаем только начало. Поэтому кроме засев для системного застосования. Є напівсинтетичним пеніцилліном. Ну, все понятно, короче. Продвинутий біцилін 5, да? Будем использовать.